Здравствуйте, входите, привет, мои дорогие. Кто пришел? Ну, что нас ждет? Привет, входи. Привет, мило. Привет, Консуэла, проходи. Где же наш малыш? И Калин! Кошмар! Дорогой, нехорошо. Он страшный. Ну, это я в смысле... В смысле, хорошо, что он не ваш, верно? Да! Да он просто сокровище. Драгоценный божий подарок. Господь шлет нам дары, но иногда их наспех заворачивает. Правда же он сокровище? О, да. Очаровательный. Как из той передачи «В мире животных». Угу. Он у вас кто, пигмей? Консуэла, отведи детей поиграть. А, Тедди, пойдемте, ребятки. Покажи мне тот захват, который мы отрабатывали, а? Пойдемте. Хорошо. Мам, эй, мужик, без обид, договорились? Давай пять. Ауч! Келвин, а мы не с пустыми руками. Да. Мы тебе что-то принесли. Бутылочки, пустышечки. О, и все кассеты с динозавром Рексом какие есть. Спасибо, надо же, столько всего. Такой чудненький. Дай-ка носик. Ай, держу. Ай, держу. И ты меня взял за носик. И ай, как держишь. Ай, схватил за нос! Ой, крутит нос! Калвин, пусти сейчас же! Мне больно! Как больно! Ну и силища! И не говори, у меня рука прямо отнялась. Ну что, Дэрил, кроватку надо отнести наверх. Да. Девочки, поможете мне разобрать вещи? Ладно. Чудесно. Парни, помогайте. Беру коробку. Это на кухню. Ну-ка, Калвин, пойдем, малыш. Топай, сладкая попка. Дженнет, ну точно на него сшито. Спасибо. Ну-ка, рада, что подошло. Ох, уж и не помню, когда я носила такую расцветку, а? Знаешь, фигура не позволяет. Ну, а ты-то как бизнес-леди. Поздравляю с повышением. Спасибо. Умница. Дэрил, наверное, жутко рад. Нет. Если честно, наоборот, расстроен. Малыш, цап-цап. Он-то думал, я скажу ему, что беременна. Еще чего? Сейчас. Это акула бизнеса и беременна. Что ты, перестань. Я заведу ребенка. Когда-нибудь. Если успеешь, между совещанием и командировкой. Вообще-то меня Дэрил больше всего остального тревожит. Вот как. Да ты смеешься? Радуйся, что он хочет детей. Мой Грег боялся, что отлучи его от груди. Ну, тише, тише. Хватки, разбойник. О, наверное, грудью кормили. Малыш голодный? А, пусть пососет. Теть, дай сися, сися. Ты это что, серьезно? Грудь может и не родная мама давать. Ням-ням, сися, сися. Ты хочешь сисю? Ладно. Ну-ка! Смелей, малыш! Ну, вертки-то какой, а! Вперед! Давай, соси! На! Что ж ты творишь, а?